И к новостям. Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова. Отныне вводится ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19. Оно коснется сотрудников заведений по оказанию услуг населению, объектов торговли, культуры и досуга, объектов сферы оказания услуг по проживанию населения, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Кроме того, ограничат допуск к работе невакцинированных работников организаций образования и воспитания, объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения, заведений общественного питания, организаций здравоохранения, аптек, объектов ЖКХ, связи и телекоммуникаций. Также их обяжут раз в неделю проходить ПЦР-тестирование. Это не коснется людей, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение последних 3 месяцев. Акимам областей и руководителям организации поручено до 15 июля организовать проведение прививок работников первым компонентом, а до 15 августа вторым. Постановление вступает в силу с полуночи 2 июля.